Черкесске на 96-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны Николай Александрович Антипов. Соболезнования его родным и близким выразили руководители Карачаево-Черкесии и республиканской столицы, представители общественных и ветеранских организаций. Николай Александрович всегда был жизнерадостным, активным, очень любил играть на гармонии. Во время праздничных мероприятий он музыкой встречал дорогих гостей, наигрывал им любимые патриотические мелодии. В годы Великой Отечественной Николай Антипов прошел долгий путь, внес огромный вклад в достижение общей победы. Человек, 15 марта которому в этом году исполнилось 95 лет. И мы, вы знаете, мы с таким восторгом восприняли эту дату, 95, прожить, пройти такой сложный путь. Ведь он на Студебекере до Ирана дошел, а потом в Иране грузил на свой студебекер эти для «Катюш» снаряды и возил сюда, в Советский Союз, в Россию родную, чтобы мы воевали, отвоевывали свободу. Все, кто знал и общался с Николаем Александровичем, отмечали его умение при случае разрядить обстановку оригинальной шуткой, стремление в любой ситуации оставаться позитивным.